вечер, семья. Воздай Богу славу. Я чувствую радость здесь уже сразу. Еще не молились, а уже хорошо. Да, это реально. Это реально, когда ты приходишь в дом Бога, где собираются Его дети. Это очень уникально. Каждый из нас разного возраста, пола, мы разные, мы все разные. Но в Иисусе мы все едины. Амен. Воздай Богу славу. Давайте примем хлебопреломление сейчас. Выйдите вперед, возьмите кусочек хлеба, немножко виноградного сока и поблагодари Иисуса Христа за Его тело и за Его кровь. Это совершенная жизнь во Христе. И нет больше другой жизни, как жить с Иисусом. Как радоваться вместе с Иисусом Христом, когда ты видишь еще спасенного человека. О, это великое чудо, когда люди приходят ко Христу. И они склоняют свои головы и ложат на жертвенник свои судьбы. Спасибо, мой Бог. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой, за то, что Ты умер за каждого из нас. И Ты воскрес, показав тем самым победу, что Ты заплатил самую дорогую цену за каждого из нас. И сказал: свершилось. Свершилось. Все свершилось в твоей жизни. Бог, Иисус Христос и Дух Святой. Это три личности, но они едины. Едины. И сегодня Дух Святой говорит: единство. Единство – это сила. Единство – это прорыв. Когда мы объединяемся вместе в нашей вере в Иисуса Христа. Когда мы идем Его путем. Зажигается новая жизнь. Обновляется разум. Сердце высвобождает любовь. Сила единства. Сила единства. В церкви Иисуса Христа. Бог, собери своих детей. Собери нас в одно целое. Собери твой народ, который еще ходит в страхе и депрессии. Собери твой народ, который боится потерять спасение, мой Бог. Сними цепи рабства. Сними эти страхи, любимый. Пусть каждый знает, что он спасен,
выбрав Иисуса Христа. Пусть каждый знает, что он получил свободу, выбрав Иисуса Христа как своего Спасителя. Да прославится имя Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Пусть с ваших уст поднимется сегодня хвала, поднимите ее к небесам, поднимите к небесам. Поднимите свои головы, поднимите свои руки. Он достоин этого. Поднимите свои глаза. Все небо смотрит на тебя. Все небо ждет, как ты отреагируешь на свое спасение. Как ты отреагируешь на свою новую жизнь. Все небо смотрит на тебя. Не оглядывайся по сторонам. Посмотри на Бога. Увидь Его. Услышь. И ты получишь прорыв, который ты всегда ждал. Провались сегодня в его глубину. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа я высвобождаю атмосферу неба прямо сейчас, именно сейчас, в том месте, в котором ты стоишь, глубина неба, глубина поклонения. Пусть из твоего сердца как никогда потечет хвала. Пусть каждая клетка прославит сейчас Царя Царей, великого Бога. Родные, все небо сосредоточено и ждет. Готов ли ты сказать: да, я готов, я готова на новую жизнь во Христе. Вот он я. Вот он я. Я твой, мой Бог. Это твоя молитва. И я твой ребенок. И я твое дитя. И ты мой отец. И я знаю, что ты все приготовил для нас. Прости мне мои грехи. Прости, Отец. Ты знаешь, у тебя есть небесный Отец. Я чувствую прямо сейчас, на огромных расстояниях, в разных сейчас городах и странах, люди приобретают отцовство. Отцовство, которое украл дьявол. Ты искал Бога. Ты искал исцеление. А Бог говорит: ты нашел меня. Я твой отец. И ты мое дитя.
кто-то извратил понимание церкви. Церковь – это Отец. Это начало. Во имя Иисуса. Пусть сироты приобретают Отца сейчас. Когда ты будешь носить в своем сердце понимание о небесном Отце, поверь, ни один бес, ни один дьявол не подойдет тебе на тысячи километров во имя Иисуса. Ты не просто верующий. Ты не просто человек. Ты дитя Бога. И пусть сегодня Отцовство войдет в твою жизнь. Пусть сегодня любовь Отца, которую ты никогда не испытывал. Возможно, ты ждал от своих физических родителей, но ты не получил. Ты получишь сейчас с Богом во имя Иисуса. Это сильнейшая молитва. И Бог говорит: вы готовы, церковь, принять это? Совершенный Отец, Он ждет тебя. Он ждет тебя в своем доме. Восстановленное отцовство. Восстановленная семья. Мы всегда ищем своих физических родителей. Совершенство. Но поверь, это люди. Они подарили нам жизнь. Мы благословляем сейчас всех физических родителей, всех во имя Иисуса Христа. Но есть Отец, который видел, как ты развивался в утробе матери своей, который брал своими руками твою жизнь, создавал. И Он не просто создавал, Он творил. И Он говорит: ты уникальный человек, в котором заложено все. Вся красота неба. Вся свобода. Носил тебя в своем сердце. И Бог берет сейчас и очищает своих детей. Очищает, как серебро. Как серебро очищает ювелирное масло. Поверьте, люди, в каждом из вас есть отражение Бога. Отражение греха нам дьявол показал в наших жизнях. Но Бог хочет показать тебе что-то особенное сегодня. Он хочет показать тебе свое отражение. И ты увидишь это во имя Иисуса. Люди увидят в тебе Бога. В твоих мыслях. Одно поражение сегодня. Тебе настолько много греха, но поверь,
в каждом из вас еще больше Бога во имя Иисуса. И люди будут видеть и слышать, что идет дитя Бога, Божий человек, которому не надо открывать уста. О, Христос пошел! О, Сын Бога, Дочь Бога! И я верю, это время приходит. Я верю, эта чистота в тело Христа приходит. Чистота мыслей, желаний. Чистота. Соединяйся сегодня с Отцом. Многие люди в церкви чувствуют себя одинокими, чувствуют сиротами. Они ходят с мыслями, что их кто-то вроде как не понимает. Пусть прямо сейчас это будет разбито во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю стрелы огня сейчас в эти лживые мысли. Я поражаю их своей молитвой во имя Иисуса Христа. И говорю, ты не сирота, ты не одинок. Встань и прославь Царя. У тебя есть Небесный Отец. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Приходит небесная связь с детьми Бога. Во имя Иисуса. И никто не будет больше делить ни власть в церкви, ни позиции, ни служения. Здесь будут просто собираться дети Бога. У каждой будет иметь свои функции во имя Иисуса. Города будут объединяться во Отце. Не в церкви, а в Отце. В Сыне Иисусе Христе. Духом Святым это будет все соединяться. И у каждого из нас одно наследство – вечная жизнь. Не пропустите это время. Не пропустите. Идет Небесный Отец по всей земле и собирает своих детей. Он собирает их в церкви Иисуса Христа. Собирает Дух Святой. Он как носился по всей земле, так и носится. Он имеет больше скорости света. Ты еще подумать не успел, а Он уже приносит тебе ответ с небес. Ты еще не успел открыть своих уст.
а Он уже рядом. Идет время. Время, где дети Бога обретают Отца. Победи свои мысли сегодня. Победи свое разочарование, непонимание. Тебе не все равно, что о тебе подумают в этом мире. Этот мир нам завидует. У нас есть Отец. И многие это чувствуют. Аллилуйя. Пусть хвала поднимется сегодня. Ангел Вюрцбурга стоит и охраняет. Ангелы, которые служат тебе, они с тобой. Дух Святой делает сейчас работу. Дети Бога, совершите свою работу. Прославь Небесного Отца. Неважно, в каком ты состоянии находишься, скажи: Бог, я люблю тебя. Подними руки к небу, и ты увидишь, как излияние Его славы сверхъестественно изольется в твою жизнь, на твой дом и на твою семью. Бог, я еще не знаю тебя настолько, сколько я должен знать. Но я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Небесный Отец. Я люблю тебя. Пусть изольется твоя слава на твоих детей. Дети Бога. Поражение. Поражение. Сейчас идет темноты. И Бог снимает сейчас весь груз испытаний. Это не были испытания. Бог очищал, Он переплавлял тебя. Я люблю тебя. Поверь. Самая мощная молитва для излияния Его славы. Сказать: Небесный Отец, я люблю тебя. Возможно, кому-то хорошо сейчас, а возможно, плохо. Возможно, кто-то находится в состоянии сейчас перехода из жизни в вечность. Не бойся. Не бойся. Ничего. Я так люблю тебя. Я люблю тебя, мой Бог. Я люблю тебя. Я люблю тебя, мой Бог. Я так люблю тебя. Я так хочу это говорить в любом состоянии. Пусть мой последний вздох, моя жизнь на земле будет закончена этими словами. Я люблю тебя, мой Бог. Я знаю, я знаю, ты с нами. Пусть рождаются новые судьбы во имя Иисуса в этой любви.
пусть поднимаются сегодня люди со дна, которые ищут Отца, который их поймет, встретит, переоденет, накормит, который знает, что им нужно. Отец, Отец, Небесный Отец, Он твой Отец. Вся сила понимания, насколько ты понимаешь нас, кто является тебе Бог? Кем Он является лично для тебя? Ты сегодня придет это понимание, и ты увидишь, когда откроются двери мощнейших молитв в твоей жизни, видений, пророчеств, даров, обеспечения. Единственное условие. Иисус Христос, Он является свидетельством твоего рождения свыше. Это двери в дом Отца. Писание говорит, через двери Иисус, входи в мой дом. Многие хотели обворовать царство, дом нашего Отца, но у них этого не получилось и никогда не получится. Никогда не получится вынести из дома нашего Отца самое ценное. Это любовь бескорыстная. Это любовь, которая не требует взаймы, прощения. Это то, чего нет у наших врагов, у греха, у дьявола, у бесов. Покой и радость – это сокровище. Это сокровище. Многие входили в дом Отца и искали физические сокровища, они искали финансы, бизнесы, проекты, но этого не нашли. В доме Отца сокровище – это радость, это свобода, это любовь, любовь. Это понимание вечности. Сейчас поднимаются новые жизни людей, которых даже мы не знаем. Сейчас происходит освобождение от демонических зависимостей, алкоголя и наркотиков.
Бог спрашивает это со своих детей. Поднимаются сыны и дочери Бога, которые будут носить сокровища неба, прощение, радость и свободу. И нет больше темноты. Нет больше груза этого мира. Есть свет. Есть жизнь. Поднимите сейчас свои руки. Я чувствую, сейчас идет обновление. Сейчас пусть проходит теплота Бога с головы до ног. Укрепление, жизнь, ощути себя живым сейчас. Иисуса Христа. Пусть придет благословение
от начала твоей жизни и до конца твоей жизни здесь, на земле. Это произойдет сейчас на физическом. Теле во имя Иисуса. Руки будут сейчас просто неметь от силы присутствия Бога во имя Иисуса. Органы будут ощущать прикосновение Бога. Ты просил, ты просила. Сила, Бог, возьми нас крепко в свои руки. Оставь свои следы. Сверхъестественное исцеление физического тела. Во имя Иисуса. Исцеление атмосферы. Городов и сыра. Сила. Сила. Пусть разлетаются стрелы огня сейчас. Понимание о жизни. О плодотворной жизни здесь, на земле. Что ты можешь именно сейчас сделать в свои годы? Сделай и не бойся. Пусть прямо сейчас приходит активация позиции даров в теле Христа. Пусть каждый серьезно задумается о своей жизни. Сколько плодотворных лет тебе осталось прожить здесь, на земле? И у нас есть куда спешить. Спеши, дочь царя, сын царя. Спешите. Разнести радостную весть. Спешите войти в цех переплавки, очищения. Не откладывайте на завтра свои покаяния, свои темные дни. Не прячьте в дальний угол. Достаньте, достаньте, достаньте эту темноту в своей жизни. И Дух Святой давно уже тебе говорит. Дай это все в руки Бога. Он своими крыльями укроет тебя. Его крылья — защита тебе. Его верность — щит и броня. Ни ужас ночной не страшен тебе. Ни стрела, пущенная днем,
ни чума, крадущаяся в ночи, ни мор среди бела дня. Тысяча павших рядом с тобой, 10 000 по правую руку твою. Но тебя минует беда. Ты всего лишь свидетель, смотри и увидишь расплату грешную. Преображение наших лиц сейчас идет. Лицом к лицу. Реально сейчас это происходит как на духовном, так и на физическом. Снимает с каждого лица сейчас депрессию во имя Иисуса. Он снимает гримасу. Твое присутствие, любимый Небесный Отец, оно очень дорого для нас. Как хорошо быть с Богом. Thank you.
наших жизнях. Оставь свой свет в наших сердцах. Оставь свой свет после этой встречи в наших устах. Оставь свой свет в наших мыслях. Оставь свой свет в наших телах. Как кричал Иоанн, я отпущу, и боролся он с Богом, я отпущу, мой Бог, оставь свой след на этом месте, оставь свой след в этой молитве, Бог. Оставь свой след жизни на наших судьбах. Пусть это будет встреча особа в жизни каждого человека. Оставь свой след от твоего присутствия. Оставь свой след на этом здании, где мы собираемся. Поставь свою печать. Оставь свой след, Бог, в наших жизнях. Оставь свой след. Не отпущу. Извини. Измени на физическом уровне, Бог. Не хочу быть похожим на этот мир. Не хочу. Хочу быть похожим на моего отца. Хочу быть похожим в сердце, в разуме, в душе и в теле. Оставь свой след, Бог. След купленный. Оставь себя. Я больше не хочу, чтобы это присутствие было бесследно. Сколько раз мы входили в присутствие Твое, мой Бог, встречались с Тобой лицом к лицу, но потом куда-то это все уходило. Мы погружались в обычную жизнь, Бог. Мы смотрели по сторонам и ничем не отличались от других. Но пусть это будет молитва совсем другая. Оставь свой след. Не уходи так быстро. Не оставляй своих детей. Мы знаем, ты мастер жизни. Ты хорошечник. И мы не можем тебе говорить, Бог, сделай так, сделай, избави нас здесь. Но оставь свой автограф, Бог, на каждой жизни. Ты автор моей жизни. Ты автор моих чувств. Ты автор моих мыслей. Ты автор моих желаний. Оставь свой автограф. Моей обычной жизни.
Поставь эту маленькую роспись в картине моей жизни, которая ничего не стоит без Тебя. Без Тебя моя жизнь ничто. Я никто. Только в Твоем присутствии мы являемся теми, кем Ты нас создал. Каждый приобретет сейчас после этой встречи след Бога. Наблюдайте за своими жизнями, за своими молитвами. Люди, с каждой встречи Бога будет оставлять себе больше и больше. Я как никогда в этой молитве ощутил Его присутствие. И Бог доверяет себя еще больше. Что нужно сделать для того, чтобы быть с Ним? Да ничего, просто захотеть. Просто захотеть. Не быть ленивым человеком. Он достоин всей чести, всей хвалы. Он достоин. Он достоин, чтобы мы свои жизни положили на жертвенник. Он достоин,
Иисус сказал юноше, чтобы последовать за мной, тебе нужно оставить все. Он достоин, поверь, оставить все. Все, что у тебя есть, с чем ты сражался. А Дух Святой говорил многим уже продолжительное время кое-что сделать. И ты не находил ответ. И сегодня Дух Святой тебе говорит, Он достоин сделать то, что просил тебя сделать Бог. Для чего это? Да просто Он достоин. Поверь, твои действия ты не покупаешь царство. Ты не покупаешь свое спасение. Спасение твое уже оплачено ценой Иисуса Христа. Ты это делаешь, потому что Он достоин. Я верю, что сегодня жертва людей будет намного больше и сильнее. Потому что Бог достоин всей чести, всего, всего. Авраам, возьми своего сына и отдай на жертву. Сынок, пойдем. Сынок, спрашивает отца, а где жертва? Отец говорит, ты достоин. Чтобы быть жертвой, ты достоин. Жертвенное сердце. Сердце, которое движется по слушанию. Это ценит Бог. Непревзойденный Бог. Великий Бог. Достойный всей хвалы. Ты достоин. Ему самое драгоценное. Ты достоин. Хватит Богу давать подачки. Спроси у Бога сейчас, прямо сейчас. Бог, что мне принести тебе в жертву, чтобы мой город спасся? Бог, какая следующая моя жертва? Ты достоин. Ты достоин. Жертвенник будет гореть. Ты достоин, Бог. Принесешь. Наше послушание.
Воздай Богу славу.